Аня, а ты знаешь такую технологию, как литье? Юра, да я просто мастер этой технологии литья. Ой, литье блинов на сковороде. Да, в этом точно я мастер. Но на самом деле, если серьезно, то да, я знаю, что льют чугун, алюминий, какой-то металл. Пластмассу, по-моему, тоже льют. Потрясающе. А ты знала, что и бумагу тоже льют, как оказалось? Серьезно? Да. Ну, вот этого я не знала. Между прочим, это бумага ручной работы. И причем это не просто технология, а целое искусство. А еще, как мы с тобой любим, экоосознанный подход. Ведь творят шедевры из макулатуры. А мастерица из Запорожья – наш следующий сюжет. Вы никогда не догадаетесь, чем так увлечена эта девушка. Горы макулатуры 28-летняя жительница Запорожья превращает в невероятной красоты открытки, конверты, календари и многое другое. Все зависит от толщины макулатуры. От, допустим, из листа 250 грамм, а четвертого можно сделать 2 листика 10 на 15. В маленькой однокомнатной квартирке развернулась целая творческая мастерская Анастасии Шокаревой. Здесь создаются необычные эко-товары из макулатуры. Поклонники – в основном те люди, которые знают о философии Zero Waste, те осознанные, которые сортируют отходы, либо стараются придерживаться этих правил. Нуль в отходе. Настя тоже старается минимизировать свой экослед. Знакомство с таким способом переработки макулатуры произошло несколько лет назад, благодаря увлечению каллиграфией. Меня увлекло красивое письмо. Думаю, запишусь на курс и попробую. Это были онлайн-курсы, есть урок и домашняя работа, каждый раз творческая. Я искала новые материалы для этой работы, и так я увидела бумагу ручного литья. И решила попробовать отлить ее самостоятельно. Так одно хобби переросло в другое, став единым целым. Настя начала искать информацию о литье бумаги в домашних условиях. Обучалась самостоятельно, экспериментировала, пробовала, ошибалась и снова пробовала, пока не подобрала лучшую технологию. Первый этап – это сортировка. Если ты хочешь получить белый лист, то тебе нужна чисто белая макулатура без вкраплений. Когда все это рассортировано, нужно измельчить. Потом залить все водой, измельчить блендером. Залить все в форму, вымокать лишнюю воду. Переложить все на стекло, высушить. И вот готовый лист. 3 дня. Собирать макулатуру помогают друзья и близкие. Очень выручают типографии, которые присылают девушке ненужные обрезки. В создании и оформлении своих работ Настя использует разные материалы. Все, что попадает под руку мастерице, становится частью необычного искусства. В основном это такие идеи: а что если? А что если я добавлю в бумагу семена? А что если я насыплю туда сухоцветов? И так оно идет, идет. Я не знаю, как бывает у людей, там творческий кризис или не хватает вдохновения. Честно, мне не хватает времени все это реализовывать. С вдохновением порядок полный. Несмотря на опыт, девушка до сих пор сталкивается с трудностями, особенно когда пытается воплотить новые идеи в жизнь. Очень тяжело прогнозировать результат. Ты делаешь, оно в мокром виде выглядит вот так, красиво, классно, высыхает, все в разводах, например. 80% случаев ты не знаешь, что ты получишь. Конечно, я все фиксирую. Если мне четко что-то надо, я знаю, как это сделать. Но если это эксперимент, то можно очень удивиться результату. Мастерица ежедневно стремится удивлять интересными решениями, привлекая своими авторскими работами все новых и новых почитателей необычного искусства.